пассажиры. Вас обслуживает центральная пригородная пассажирская компания. Благодарим вас за то, что воспользовались пригородными поездами нашей компании. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка 149-й километр.
от места отправления до места назначения. Сохранять на всем пути следования и предъявлять его по требованию работника-перевозчика. За оформление билета в поезде взимается сбор. Сбор не взимается при отсутствии возможности оформления на станции отправления. При отказе от оплаты проезда пассажиру выписывается штраф, после чего удаляется из поезда. Следующая остановка – Мохолово. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Мохолово. Осторожно, двери закрываются. Уважаемые пассажиры, мотор вагонное депо Белева для работы на участке.
Слезы и ремонту подвижного состава мы доделим. Условия работы, сменный график, конкурентоспособная заработная плата, расширенный социальный пакет, добровольное медицинское страхование, компенсация проезда от места жительства до места работы. Телефон отдела кадров ДПО «Перева» плюс 7 926 676 55 78.
Следующая остановка Благовещенская. Осторожно, двери закрываются.
Осторожно, двери закрываются.
Осторожно, двери закрываются.
Осторожно, двери закрываются.
свою жизнь и жизнь всех пассажиров опасности. Просим вас соблюдать меры предосторожности и обо всех замеченных нарушениях незамедлительно сообщать сотрудникам поисковой бригады.
Следующая остановка 91 километр. Осторожно, двери закрываются.
Следующая остановка – Устиновка. Осторожно, двери закрываются.
свободный электропоезда, не стойте у края платформы. Пожалуйста, не мешайте машинисту контролировать закрытие автоматической двери. Будьте внимательны, находясь на объектах железнодорожного транспорта. Берегите свою жизнь и предупреждайте об опасности окружающих, особенно детей. Там начало, там конец.
Следующая остановка 73-й километр. Осторожно, двери закрываются.
остановка Чеховская. Осторожно, двери закрываются. Thank you.
Чеховская. Следующая остановка – Новоиерусалимская. Thank you.
Следующая остановка – Истра. Осторожно, двери закрываются. В железнодорожных вокзалах, в местах на открытом воздухе на расстоянии
Следующая остановка – Снегири. Осторожно, двери закрываются.
Следующая остановка Минитовская. Осторожно, двери закрываются. Thank you.
Следующая остановка Нахабино. Осторожно, двери закрываются.
решение. Наша отечественная мощная Следующая остановка – Аникеевка. Осторожно, двери закрываются. Просто Буквально через 15 минут открываем проточную воду. Все. За 40 как не бывало. Средство действительно работает. Без вызова сантехника с засором, думаю, справиться можно самостоятельно. При этом разбирать сифон, что-то откручивать уже не надо. Содержимое пакета быстро разбивает любой органик. Волосы, жир, шильды почти к животным, остатки пищи и тому подобное. Также препарат уничтожает бактерии и устраняет неприятный запах. Стоимость одного пакета 50 рублей, а на 100 рублей 3 штуки приобретает бесплатно. Производит посмотр, что будет еще 3 года. Если интересно, если вы видите, что в случае, это отличный помощник любого электрика. В первую очередь, он работает как электрика, можно проверить базу, во вторую очередь, это тест. Можно проверить целостные цепи, производить провода, проверить предохранители и многое другое. Стоимость 100 рублей. Кто интересуется, обращай. Уважаемые пассажиры, обращаем ваше внимание, курение в вагонах пригородных поездов категорически запрещено, в том числе в тамбурах и туалетах. Уважаемые пассажиры, предлагаем ваше внимание носки мужские и женские. Хлопковые 5 пар на 100 рублей, бамбуковые обычные, средние укороченные, медицинские без резинки 4 пары. Слитки хлопковые 3 пары на 100 рублей. Кольки капроновые эластичные телесного цвета 10 пар на 10 рублей. Кому интересно, спрашивайте.
Следующая остановка Красногорская. Сделай мне так, чтобы мой пункт не был.
Следующая остановка Паршина. Осторожно, двери закрываются.
Следующая остановка – Тушино. Остановка Тушино. Осторожно, двери закрываются.
Следующая остановка – Ленинградская. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Красный Балтиец.